уақыт жат бол жетімсіз. Жан досым, өстен болсын мерейім. Әр қашан. Жан досым, өстен болсын мерейім. Әр қашан, жеңісіңді көрейім. Құрметті спорт сүйер қауым, Найза 42 турнирі Co-Main Event! Ендеше қос жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы, оның кәсіби рекорды 2 жеңіс, 1 жеңіліс. Бойы 175 сантиметр, салмағы 61-де 200 келі. Атырау қаласы Қазақстан, Нұрбек Отар! Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, оның кәсіби рекорды 11 жеңіс, 5 жеңіліс, бойы 169 сантиметр, салмағы 61-де 200 келі. Алматы қаласы Қазақстан, Жұман Арлан Жұмабеков! Рефери Манап Кабдиев. Пол, ну что, все главное событие вечера. Как говорил сам Жуман, принципиальный поединок. Не знаю, что вкладывал в это слово. Какой смысл, но тем не менее, все главное событие вечера. Молодость против опыта снова. Люблю такие противостояния, на самом деле. Да, и не такой уж и андердог, да, как многие считают Отара. Вчера был скромен на пресс-конференции. Но сегодня, конечно же, время пришло газовать, как говорится. Да, и думаю, будет очень мало разведки в этом поединке. Да, скромности уже нету. Нет места в октагоне, конечно. Поэтому все внимание на экран. Ну и два бойца, по сути, ударники. Очень мало борются. Хотя, думаю, преимущество в борьбе будет у Жумана. Сразу же с мидл-кика начинает. Да, немножко так измеряет, находит, щупает дистанцию. Спортсмены... И, наверное, самый лучший способ – это джеб или лоу-кик, да? Нурбек Отар сейчас вообще, на самом деле, скипнул абсолютно весь рейтинг, пропустил всех топов. У-у-у, боковой. Это как раз-таки коронка. Встречу сейчас. Приложился. Ой-ой-ой, не понравилось это Отару. И смотри, уже начал отступать после, именно после этого удара. Что-то почувствовал, кажется. Еще Жуман, один и удар. Сам уже пропускает. Пошел в руку, вперед! Колено не пропустил. Отлично! Хорош, Отар! Да, в какой-то момент показалось, что он начал отступать, но вот сразу же взорвался серия, ответил. О, попадание уже от Отара здесь. Джеб. Хороший джеб от Жумана. В общем, высоко держит руки. Думаю, последний поединок в ММА стал для него уроком большим. Отлично. Отар хорош здесь уже. Да, ничем не уступает бывшему чемпиону. Да, обратите внимание, хорошо работает ногами. Есть попадание, пошел бороться сразу же Отар. И заходит, сам уже запрыгивает Жумана. Будет неудержающий прием. Прихватил шею, ой, очень плотно. Жумабекова. Идет удушающий прием, есть плотный захват. Да, еще плотнее. Да, выскальзывает все-таки голова. Близок к этому Отар, да, да, вытащил голову. Рискованная была, конечно, затея, но... Теперь задача Отара вытащить максимум из этой ситуации. Ну, как минимум, знаешь, удержать Жумана в партере, как минимум. Уходит, уходит, отползает к сетке, пытается встать. Да, и как-то легко он это делает. Не получается Отара, да, контролировать. Легко отпустил и к сетке. Наверное, даже и сам не горит желанием работать в грэплинге. Половина поединка уже позади. Половина раунда, извиняюсь. Да, на выходе. Ой, ну чистейший удар в пах. Чистейший удар в пах, но все в порядке.
немножко времени для восстановления. Сейчас на повторе нам покажет этот самый. На выходе был удар слева, да. И Отар это сам сразу же осознал, что попал именно в пах. Ну, надеемся, что с Жуманом все в порядке. И это никак не повлияет на ход поединка. О, хай-кик есть точно, отлично, хорош удар. Удар ногами очень хорош на самом деле. И все-таки удается ему местами вот удержать дистанцию, чуть повыше он Жумана и подлиннее, даже визуально это заметно, что ноги, руки чуть длиннее. Отличная комбинация. Есть попадание Джумана. Заряжается он опять на удар. Есть у него такая черта. У него нет задачи перерубить, перестрелять. А есть задача вырубить, что и сейчас нам показывает Жуман. Но вот так потихонечку начинает перестреливать Жумана. В моменте, да, так кажется. Да, обрати внимание, помнишь поединок против Вадима Малыгина? Примерно таким же образом смог достать Жуман своего оппонента, работая вторым номером. Да, да. На контратаках кто? Жуман тоже хорош на самом деле. Очень мало стал атаковать, кстати, Жуман. Был более резвый в начале раунда, но сейчас потихонечку как будто бы отдал инициативу Отару. Ну, Отар, знаешь, этой инициативой почему-то не пользуется. Да. Не прессингует. Отлично. Нужно хотя бы атаковать ногами. Хорош. Вот как сейчас делает Нурбек. Провалился. Нет. Да, и очень редко, кстати, Жуман подключает ноги, что самое интересное. Высокие амплитудные удары в целом не делает. Инициатива просто вот из рук в руки. В какой-то момент, как показалось, что Нурбек начал прессинговать, но вот уже потихоньку Жуман прибирает ход поединка в свои руки. Осталось 20 секунд до окончания раунда. Есть размен. Отар точнее. Хай-кик сейчас был от Отара. Ну, поверх ноги здесь уже и Жуман успел попасть. И есть ощущение, что что-то с левым глазом у Жумана, он постоянно его трет, обрати внимание. Да, я так понимаю, там просечение, либо гематома, скорее всего. Надеюсь, капнут сейчас в перерыве приведет в порядок левый глаз Жумана, чтобы не беспокоил его, потому что хочется, чтобы этот поединок продлился подольше. Ну и справедливости ради стоит отметить, что и у Тара под левым глазом есть гематома. Она образовалась еще в самом начале поединка. Да, слушай, но 2-1 рекорд у Отара, всего лишь 3 поединка и 16 поединков у Жумана. Но какой-то разницы в классе, да, мы пока не видим. Пока нет. А казалось бы, на бумаге все очевидно. Легкая прогулка для бывшего чемпиона. Но еще раз, как говорит мой знакомый, оказалось-показалось. Ждем начала второго раунда. Очень динамичный первый раунд. Интересно, как его оценят судьи. Я бы ставил все-таки акцент именно на ударах ногами от Нурбека Отара. Они у него на самом деле достаточно длинные. Либо начинать атаки с ног, либо завершать атаки с ног. Потому что бывает так, что Жуман включает режим боксера и уворачивается от ударов, забывая о том, что может прилететь нога. Ну что, второй раунд. Сразу же с лоу-кика начинает. Возможно, и Жуману тоже стоит больше подключать ноги. Хороший выпад со стороны. Перехватил ногу. Перевод партер. Да, все-таки упустил хорошую возможность Жумана. Лезет просто в размер. Сейчас уже Жуман отвечает. Открытая рубка сейчас у нас.
Болтануло еще. Нурбека болтануло, и нужно дожимать Жуману здесь. Восстанавливается быстро очень Нурбек. Да, и это признак того, что повело его все-таки сейчас в борьбе попытается, конечно, восстановиться, да. Выиграть время. Прекрасно это понимает Жуман, но не форсирует события. Потрясенный этот, даже сейчас это видно. Выцеливает, есть, еще попадание. Хайки уже просто на автомате работает Нурбек. Вот тебе и разница в классе, как говорится. В этой игре есть уровни. Есть, еще боковой, но отвечает Нурбек. О, удар снизу. Открытый размен, вот уже Нурбек попадает. Упустил у сетки своего оппонента. Знаешь, такой боксерский клинч, да, был местами. Просто на очень короткой дистанции начали размениваться. Сумасшедший поединок. Призывает по корпусу больше работать Жумана. Да, просто вперед пропускает удары Жуман, но прессингует постоянно. Удержит ли, сдержит ли вот этот вот напор от Жумана. Нурбек, вот есть, смотри, какая лога. Пропускает Жуман, но идет, как будто и ничего и не было. Отступает удар уже в течение полутора минуты. Это такой старый, добрый, винтажный Жуман Жумабеков. Да, согласен. Все атаки отражены на лице Нурбека. Обрати внимание, все больше и больше следов. На лице у Утара джебит, раздергивает. Обрати внимание, но не бросается же, он очень хладнокровен. Да, он контролирует ход поединка в стойке. Корпус, опять попытка побороться от Утара. Это признак того, что все-таки доставил ему проблем. Будет ли Дашчук? Ищет удушку. Вот это да. Попытается ли душить? Нет. Пока пытается свести в партер. Более плотный замок нужен. Что и делает. Хватает за свой бицепс. Есть замок. Нет. Не удается все-таки ему. Да, наверное, это плохая была затея. Сразу же пошел добивать. Забирает шею. Смогут ли задушить своего оппонента Жуман? Есть плотный замок! Держит! Жуман Жумабеков! Сумасшедший камбэк просто! Что за бой? Что за поединок? Весь раунд просто Нурбек на характере просто держался. Да! Поединки Жумана никого не оставляют равнодушными. Что есть, то есть. Этот парень умеет вызывать эмоции. Неважно, проиграл он или выиграл. И сегодня он подарил нам очень эмоциональный поединок. Спустя год после потери чемпионского поединка возвращается Жуман Жумабеков. Сумасшедший поединок. Зубодробительный. Показали нам все. Всю красоту ММА. То, за что мы любим ММА, Нурбек расстроен. Его можно понять. Его можно понять, это сумасшедшая была возможность для него. Но все-таки опыт, опыт есть опыт. Насколько я понял, он поблагодарил команду Dart Team, если я правильно расслышал. Или он сказал SAC Team? Возможно, Сахтин. Новая команда Жумана Жумабекова. Я думаю, это бой вечера. А нашим потом головой. Ишалах Берни. Сонымен жекпе-жектің ресми тоқтатылған уақыты. Екінші раунд, үшінші минут. Қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Жуман Арлан.